Вечер добрый, на канале Мармышенко СПБ. Сегодня у меня будет джик, но отводной дропшот, какой мы точно попробуем. Сегодня у меня с собой Magicraft First Cast с тестом 0,5-7 грамм табулярочка. Сейчас соберу ее. Эх, задняя гайка непривычная, вообще жесть, не нравится мне задние гайки почему-то. Посмотрим, погоняем окуня какого-нибудь, разнообразим, так скажем, рыбалочку. Бели, ершей наловился вдоволь, может, все-таки окунь будет хорошо брать. Посмотрим, сейчас соберу палочку и включусь. Ну все, собрал монтаж, блин, минут 15 вязался, вообще жесть. Я как представлю, сейчас обрывы будут каждый раз привязываться, блин, меня бомбанет на втором, на третьем обрыве. Значит, катушка у меня здесь какая-то Virtus Ryobi тысячная, шнук какой-то Дайва единичка, а вот подлесок отводной 0,12 лесочка, конечно, для окушка может и пойдет. А вот если, не знаю, вечерний выход будет какой-нибудь судачок, то я уже не знаю, на 0,12 я на парапет не подниму судачка никогда в жизни. Да и к берегу, наверное, не подтащу даже. Ладно, не загадываем мы никакого судачка, просто смотрим, что покажет мне микроджик. Грузик 7 грамм. Сразу поставил по тесту, по удочке, по максимуму, на что она способна. 7. Поэтому перегружать не стал. Вот сразу тычки. Там у меня копия рыбки Crazy Fish'овской, которая с хвостиком, с таким пяткой. Не знаю, как называется. Рыбачим, как говорится. И не ноем. Все, погнали. А, нано-мино, во. Вспомнил, как называется приманка. Nano Minnow. Короче, 7. Вот такая вот, 1-дюймовая. Есть, по-моему, кого-то засек. Да, кого-то засек. Кто-то посмел прикоснуться к приманке и был пойман. Наверное, ёршик, как обычно. Нет, окушок небольшой. Вот такая вот мелочь и теребонькает на каждой проводке. Еще мельче. Еще мельче окушок. Я, значит, с мормышкой хожу здесь, ищу у берега. А он, блин, в 20-30 метрах от берега такой мелкий стоит. Вы что там делаете-то? Моя первая мормышинговая палка. Мой инструмент для мормышинга первый, с которого я начинал в том году. Купил его. По бюджету в 5000 я только в него укладывался. Пришел в магаз, говорю, хочу палку под мормышинг какую-нибудь подходящую, с низким самым тестом, что у вас есть. А они мне, а бюджет-то у тебя какой, парень? Я говорю, 5000. Они, ха-ха, 5000. Походили, посмотрели на стойках, что у них есть, дали эту. Вот поставил я на нее потом шнур UGK Real Detex, решетка 0,3, 8-жилка, что-то на битбейте за 6 рубасов я ее взял, или за 5 там с чем-то, ну 6, грубо говоря, и мормышки 0,9 грамма, и ходил вот так вот по набережке туда-сюда, вдоль вот этих бетонных опор, ходил, начинал мормышинг свой, все мне очень нравилось. Все я чувствовал, и мормышки легкие там до 0,5, до 0,4 грамм даже умудрялся юзать по нижнему тесту, как написано на палке, и ловил прекрасно. Как вспомню, аж в ощпе. Микроджик, конечно, рулит.
Вот такая рыбка, окушок. Окушка тут, блин, немерено. Тащил-тащил с выброса, а поклевка только возле берега. Опа. Да. Если бы так бы мормышки бы не сносило, мои бы легенькие, можно было бы вас бы здесь очень хорошо и на мормышинг вытаскивать. Но 1 грамм, что я здесь использую максимум, конечно, сносит. А опустишь его на дно, зацепишься и оборвешься. Ладно, пойдем на другую точку куда-нибудь. Этот микроокунь, конечно, да, его тут кайф. Можно стоять, долбить, собирать, пока он еще на точке стоит. Ну, что-то, блин, охота-то, если уж на микроджик вышел что-нибудь, блин, и поинтереснее соблазнить, поймать, нежели... О, из травы вытащил вот этот пучок водорослей. Тут же окушок, елки-палки, тоже заглотил такой. Малец. Глубоковато так немножко. Ну что, может быть, получится сейчас вытащить. Опа, есть. Ну тоже закровоточил. Ёлки-палки. Сам себя, блядь, стою. Ненавижу за такую оснастку. Так. Что есть с этого места? Первая рыбка. Лесов не свалится. Посмотрим, кто окунь или ёрш, кто здесь. Ёб твою мать. Это вообще еще меньше. Рыбешечка. Такой вот. Таких я на мормышку обычно ловил. Мальков. Да. Мормышка это можно забрасывать. Не размахиваясь сильно. А тут, блин, приходится смотреть назад, чтобы какого-нибудь туриста или велосипедиста, блин, не зацепить за глаз на забросе. Приближаюсь к точке, где тут как-то на днях утром был у меня сход какой-то крупненькой относительно, так сказать, рыбки, окушка, может быть. Посмотрим, ну-ка, получится здесь на отводной заработать хоть одну поклевочку. Прям долго я там матерился, за кадром потом еще и в кадре. Другое дело. Вот это другое дело. Может, это ты был на днях тут? Все, берем на уху. Будем варить уху. Хе-хей. Бум. Прости. Тычок есть уже. На подъеме кверху кто-то все-таки решился на ударчик. Опять же, кто-то не крупный. О, хороший. Ничего себе не крупный. Ничего себе не крупный. Еще как хороший. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Друг, ты заглотил в самую шахту. Чтобы извлечь крючок, этой штуки у меня с собой нету. Так, закинем под... Вот так вот закинем. Потом опять отойдем. И начнем проводочку. Что, сидит, что ли? Ёлки-палки. Что это? Что это за рыба? Напоминает галерку, как я из-под коряги, из-под бревна там с десяток микрорыб вытащил. Так же и тут сейчас из-под корабля выманивать рыбешек, которые там спрятались. Радует, что окуньки, что ершик гадские не клюют, сопливые.
Вот что это? Еще один толстячок. Опа. Хорошо. Хорош. Ой, опять. Нет, этот не заглотил далеко. Слава тебе, Господи. Хотя бы, может, взять их да пожарить. Ну, отцепись ты. Тоже закровоточил. Давай, беги. Опа. Да. Копия наноминул. Ой, хвостик откусили. Бам-бам-бам. Не знаю, будет на него ловиться. Нет, сейчас проверим. У берега поклевка. У берега поймал я какой-то пакет. Блять, всякая херня, блять, в Неве плавает, еб твою мать. Иди сюда. Всякая хрень. Ладно, буду заканчивать рыбалочку. Вот такой вот получился сегодня лайт. Половил окуней. Морожка все равно интереснее. Смотрите, кому понравится, тому понравится, кому нет, тому нет. Что, до новых встреч на канале. Следующая рыбалочка, я думаю, все-таки будет уже с родной, любимой мормышечкой.